Представьтесь. Меня зовут Турбек Асхат. Я живу по Маслепова 732. Короче, пришел, как обычно, по своему месту жительства. Тут не смогли найти мой участок. Гоняли из угла в угол. По концовке достали здесь адресные справки. Выяснилось, что вообще, кажется, мне надо не здесь голосовать, а в другой школе. Что он, получается, эти члены избирательной комиссии сами не знают, где какой у них участок. В руках список, кто как разбирается. Ваш адрес какой, Муслепова? 7-2. 7-2. Не относится, да, к вашему избирательному участку? Как? Относится, и вообще не снимайте меня без моего разрешения, вы не имеете права. И вы не имеете права работать с избирателями и общаться с ними. Нет, это жалоба же, видеожалоба, он жалоба. Жалоба, но вы сгетцируете, сгетцируете, но опять. А?